Между тем, в Акмолинской области выяснили главную причину, из-за которой бригады скорой помощи приезжают по вызову к пациентам с опозданием, что в свою очередь вызывает недовольство со стороны населения. Как оказалось, водители других автомашин не всегда уступают им дорогу. Из-за этого только с начала года в регионе произошли 3 ДТП с участием машин неотложки, поэтому в Кокшетау провели рейд. Запустили кареты скорой помощи по улицам города в сопровождении полицейских машин. В итоге несколько не уступивших дорогу водителей оштрафованы. Такие рейды, они будут проводиться у нас регулярно по всей Акмолинской области. И цель их – водительская дисциплина. Все-таки в приоритете у нас жизнь человека стоит на первом месте. И когда водитель видит, что едет скорая, сирены с мигалками, что дорогу надо уступить, это должно быть на автоматизме.